Так, добрый вечер, друзья. Начинаем работу. Впереди зима, впереди десятки тем. Выбирать можете темы, какие вам самим понравятся. Вот, а лучше просмотреть все. Значит, начну я, знаете, с чего? Еще не успело появиться вот это вот расписание в разных средствах массовой информации. Тут же пришло два конкретных вопроса, на них сразу отвечу, чтобы не обижать самых из вас активных. Всего два вопроса. Так, можно ли заменить песок при сертификации на мох? Отвечаю, я занимаюсь сертификацией в песке, чистом песке, почистерильном. Так, там при соотношении воды и песка 1 к 6-7 получается конкретная влажность и отсюда отсутствие неудач. Мох, с мхом я не связывался, во мху я не сертифицировал, но у меня такое подозрение, что с ним работать будет сложно. Почему? Потому что трудно подобрать определенную влажность, так, тем более я не могу вам сообщить свой личный опыт, раз не занимался. И разброс по схожести может быть гораздо больше, а это опасно. Ранняя схожесть опасна, и просто не схожесть опасна. Поэтому рекомендую все тут же.